بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Центр Киева, в общем, сзади тут железо, металлолом, подбитый во время боях в Киевской области, это Гостомель, Пень, вот, и Буча. Вот. Это все российская мусор, российские бронированные машины. Там еще позади техника. Ну, в общем, это ладно, мусор. Что я еще хотел сказать. Вот Министерство иностранных дел. Мы сейчас оттуда. Там мы были на встрече, были приглашены в Министерство иностранных дел. И в связи с тем, что не хочется говорить о некоторых деталях, вы понимаете почему, потому что эта встреча носила конфиденциальный характер. Детали говорить не могу, но очень доволен результатами нашего общения. Вот. Мы говорили о ситуации вокруг чеченцев, чеченского общества, а также наших бойцов, воинов, которые воюют сегодня против русских оккупантов на территории Украины и которые воюют с 2014 года. Вот. А также говорили о мероприятиях, которые мы планируем провести скоро, а также в будущем. Рассказывали о своих целях. Вот. И свои видения вот насчет происходящего. Очень рады такому теплому приему. И во время этой встречи мы поблагодарили правительство Украины, Украину, украинцев за признание оккупации нашей родины, Чеченской Республики Ичкерия, а также признание геноцида чеченского народа со стороны России. Вы знаете, о чем я говорю. Вот буквально недавно Верховная Рада вот признавала это. И, конечно же, говорили, что нам очень важно добиться основной нашей цели свободы, независимости нашего народа, нашей республики. Что будет, иншаллах. Ну вот что еще вокруг. Посмотрим, вот это бронетехника. Вот что бывает с оккупантами, которые вторгаются на территорию других республик. На территорию других республик, которые убивают мирных жителей. Мы помним такую картину еще с Грозного. Сам я тоже участник первой русско-чеченской войны. Вот. Такая же техника валялась на всех улицах нашей столицы, столицы Чеченской Республики Ичкерия. Вот. Было очень много неудачных штурмов нашего города. Воевали как могли, воевали столько, насколько хватало у нас ресурсов. И вы знаете, что нам пришлось воевать, миллионному народу пришлось воевать против такой огромной страны, как Россия. И мы воевали без какой-либо поддержки. И что я хочу сказать, что сегодня Украина, очень хорошо, что люди, страны, правительство, многие, весь мир поддерживает сегодня Украину. Это дает нам уверенность, что мы победим эту Россию. И Россия будет наказана за все преступления, которые она совершила.